Вчера мы отлично выступили в Гулиане. В Гулиане. Правильно же этот ресторанчик? Да, Гулиане, может быть. Гулиане. Это грузинское кафе, я так понимаю. Всем приятного аппетита. Хорошего настроения. Будьте счастливы. Можете писать свои задания. Их оплачивают, и мы будем выполнять любое задание, которое вы хотите. Если, допустим, вы сидите дома, и вам нужна пицца. Мы можем вас развлечь. Да, спасибо. Вот так присядка делаете. Вот так еще, да? А сегодня что мы будем делать? А сегодня у нас концерт ко дню мамочек. Подождите, мы же еще не узнали голосование. 91% за парк Горького, 8% за Воробьёвы горы. Вопрос, куда делся 1%? Он сомневается. Юрец, Ю, мы за классич, да? Макс. Я предлагаю закончить с тобой.